Вторник, 7 марта, 1944 год. Вечером в постели я всегда заканчиваю молитву словами. Благодарю тебя за все хорошее, за любовь и красоту. Мне тогда становится радостно, и я думаю, что хорошее – это то, что мы в надежном укрытии, и что мы здоровы. Любовь – это о Петре, она еще мала и непрочна. Мы оба не решаемся принести слова «любовь», «будущее», «счастье». А красота – это весь мир, природа и вообще все, что есть на свете прекрасно. Я считаю, после любого пережитого горя остается что-то хорошее. Со временем это хорошее растет и так достигает своего рода и равновесия. Если ты счастлив, то приносишь радость и другим. Тот, кто хранит веру и мужество, победит зло. Анна.